снайперку, на нее вот этот квестик, все дела, которые надо этот пройти. Все были в ажиотаже. Ну, короче говоря, выбили, все окей, там проходим первые рейды, вот этот вот рейд The Taken King проходим. Ну и там этот. У нас правило такое было, чтобы все имели шпили. Вот. И там выбирали для одной миссии, ну, одного задания человека с самым, короче, мощным шпинелем по лайту, вот. Ну и, соответственно, когда вот этот новичков еще протаскивали, всегда угорали с этим, спрашивая их, ну что, у кого здесь самый мощный этот, самый большой шпиндель. Ну, все-таки это было прикольно, угорали, веселились. Понеслась, иначе по трубам. Какой уже раз проходим миссию? А я еще не научился нормально запрыгивать. Рука жопа, что поделать? Да. О, это я еще поднял. Так, и первый сундук в самом начале. Странно, почему он не виден был на этом? На обычном нормале. Не, блин. Все, он... Просто камушек не там упал. Не, взяли всего, пробежали, нормуль. Стоял, ждал. Полет нормальный. Опа. Вот у меня здесь получается, но не с первого раза. Короче, сразу до этого долететь. До того места. Сейчас должно получиться. Есть. Это титан. Просто синдром титана. Да. Мой титан такой скользкий. Просто. Ага, так. Опа. Нас не наебешь. А ты. Варлок. Какой ромб? Ты же шесть проходишь? Так, мы далеки от ваших идей и мыслей. Подожди, подержи дверь, подержи дверь. Спасибо. Вовчик, мы помним тебя, давай, лети к нам. Опа, опа, блин. Ты про второй сундук забыл? Он же слева. Вот черт. Любит игра помучить. Ух, чуть не прищемило. Ребята, тут же слева сундук, вот чё. Да, вы меня проверяете. Я говорю, мы далеки от ваших идеалов, мыслей. Так, второе скрыли. Бедный как на это.
Черт. Нет, я его не убил, я просто упал вниз. Раш. Что дальше? Сейчас все будет. Он любит маленьких гардинов. Ой, ёпта. Да, он надоедло. Подтверждаю. Ну что, мы не сдаемся. Да, кстати, новый модификатор добавили. Голодоморф, прикольно называется. Мне одному кажется, либо Кнайт, который стреляет, вот это, он выбивает как бы какой-то бит своими этими, как-то пушкой своей. Ну все, это мои предрассудки. Я его на нем застрял один раз. На Кронике? Нет, на этом. Рыцарь, он просто не давал ему вниз прыгнуть. Ты внизу собрал? Который? Так. Ребят, правый верхний портал он ведет куда надо, а еще какой из них ведет куда надо? Не помните? Ну, только этот, нет? Нет, там точно есть еще какой-то. Я в другие приклады пробовал. Ну, что, сейчас я тогда ладно. У кого какое бегает? А, вот все. Yeah. Here we go. Положение сидя. Отлично, вниз. Правильно, я тогда сейчас помучаюсь тут его. Пособираю. Да я вообще, для титана это вообще детский сад. Ну да. Что если у тебя ноги эти, те самые стоят? Ой, помню, в начале. Тут когда... Черт, у меня с первого дубля получилось. Ребята, когда будет заходить до этого, подождите чуть-чуть. Я же тут как этот вакантный пользователь. Здесь пишите надо. Это я вам точно говорю. Сейчас устрою. Ну, аккуратненько так. Все появились. Все появились. Ребята, обождите. Саш, видели, я не ваншотнулся. Обождите, не делайте пока ничего. Я бегу. Бегу. Вот сундучок беру.
Не, ништяк. Нет, какой я везунчик. Да, сегодня явно не один. Нет, я просто летел-летел вот в яме, где еще в конце трупы этих вексов. И прям смачно так. Ребята, подождите шелестить райончик. Тут еще у меня этот прыг-скок. Так, где тут этот? Тревожите Я место. думаю, их можно одному собрать шпиндели. Одному. Если будет фу. Вова. Вова, все знают, что ты суровый. Не до такой Они степени. достаточно долго горят. Так, ребят, постреляйте, где последний сундучок? А, ну мне сейчас к вам. Все. Я иду, 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 иду. По-моему, туда. Так. И сундук где-то там будет. Опачки. И ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Опа, четко. Идеально. Я иду, иду. Так. И вперед. Ребята, творите вашу магию. Так, пароль. Первый раз. Первый ряд. 1, 3, 5. Второй ряд. 4, 6, 7, 3, 1. Третий ряд. 7, 3, 1, 6, 4, 2, 5. Давайте. Давай я собью 4, а ты 6. 4, 6, 7, 3, 1. Второй ряд. Давай, я сбиваю 7. Третий ряд. 7, 3, 1, 6, 4, 2, 5. А, они еще не появились. Ты в пятую стрелял, которая последняя? Первый ряд. 1, 3, 5. Второй ряд. 4, 6, 7, 3, 1. Третий ряд. 7, 3, 1, 6, 4, 2, 5.
Все, ребята, молодцы. Угу. И счастье полное, что мы гадочные чертежи. И все по новой. Маленький, ребят, всем спасибо.